Столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Арсений Михайлович Сухопаров. Поздравления фронтовик принимал не только лично, но и по телефону. Слова благодарности ему сказал губернатор Игорь Руденя. Арсений Михайлович родился 9 марта 1921 года в Калинине. Во время Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии. Служил радистом ВВС, координировал переправу через реку во время Сталинградской битвы. Победу встретил в Чехословакии. Арсений Михайлович награжден медалями за отвагу и за оборону Сталинграда. Конечно же, у вас была очень непростая жизнь. Вы были участником Сталинградского сражения. И на долгие годы вашей вещью стала морзянка. Дай Бог вам крепкого здоровья и всех благ вашим родным и близким. В этот день в адрес Арсения Михайловича прозвучало много теплых слов, в том числе и от подрастающего поколения. Поздравить ветерана с юбилеем во двор его дома пришли юнармейцы. Муниципальный духовой оркестр ДК «Химволокно» исполнил для юбиляра его любимые музыкальные композиции «Случайный вальс», «Андалузский танец» и другие. С 1 октября прошлого года Арсений Михайлович был удостоен Ордена Почета. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Награду ему вручал лично губернатор Тверской области Игорь Руденя, который не преминул и 9 марта поздравить фронтовика со столетним юбилеем. Добрый день. Я вас поздравляю со столетним юбилеем. Желаю вам самое главное здоровья, хорошего настроения. Вы для нас являетесь человеком, на которого мы равняемся. Вы просто человек, который... И сегодня является живой легендой. Вам здоровья, благополучия, долгих лет, низкий поклон за все, что вы делаете. Несмотря на преклонный возраст, Арсений Михайлович до сих пор ведет активную общественную деятельность. Он принимает участие в различных региональных и городских памятных мероприятиях. А 30 июня прошлого года фронтовик присутствовал на торжественном открытии Ржевского мемориала советскому солдату.